Работа дружинников в Шебекинском, Грайворонском и Валуйском округах, а также в Белгородском районе признана образцовой. Результаты деятельности тех, кто добровольно следит за порядком, губернатор Вячеслав Гладков обсудил с главами муниципалитета в ходе выездного рабочего совещания. Участники дружин на посту без перерывов и выходных. Работаем круглые сутки, отрабатываем по поселку в Октябрьском. Люди нас знают, звонки, телефоны, у нас все есть, всех служб. В случае необходимости приходим к помощи 112 или с участковыми. У нас с ними очень хороший контакт налажен. Также с щопами взаимодействуем и очень оперативно работаем. Глава региона предложил создать ежегодный конкурс добровольных народных дружин. На выигранные средства они смогут закупить то, что им необходимо в работе. Призовая сумма довольно внушительная – несколько миллионов рублей. Лучшим муниципалитетом мы будем выделять в виде грантов. Составим положение, да, по ДНД, понятно, обмундирование, средства связи и другое усиление материально-технического обеспечения. Попасть в число дружинников могут совершеннолетние белгородцы без судимости и медицинских противопоказаний. Это уже сделали более 4700 жителей региона. Они вместе с сотрудниками полиции следят за порядком в селах и городах. Только в июне помогли выявить 610 административных правонарушений и даже раскрыть 3 преступления.